Ударник против борца. Это самая настоящая классика жанра в смешанных единоборствах. В старые добрые времена, когда бойцы еще не были так универсально подготовлены, как в наше время, такие противостояния встречались почти на каждом турнире. Сегодня мы с вами вновь окунемся в эпоху становления профессиональных смешанных единоборств в нашей стране и посмотрим один очень интересный поединок. В 2002 году в Санкт-Петербурге проходил чемпионат Европы по миксфайту под эгидой организации М1. Сборная России встречалась со сборной мира, и за команду иноземцев в клетку вошел один из сильнейших финских бойцов того времени Юка Лейна. Он представлял такое направление, как тактическая борьба, одного из прародителей современного грэпплинга. Был мастером болевых и удушающих приемов и одержал на тот момент 7 побед в 10 поединках. Его соперником стал петербургский боец Алексей Веселовзоров. Он специализировался на боевом самбо и карате и был одним из главных мастеров по ударной технике в команде Red Devil. На его счету к данному бою было 5 побед при 2 поражениях. M1 Global presents. Друзья, как вы уже заметили, турниры М1 богаты на самые невероятные исходы, зрелищные поединки и жесткие нокауты. Мы собрали для вас лучшие бои в нашей 23-летней истории. Поэтому, чтобы не пропустить очередной шедевр из мира ММА, обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Время! Happeen, happeen ja etäisyyskin. Kaveri on väsynyt. Hoi! Älä lähde kaukaa. Kädet ylhäällä.
Катайся!
Манера была, в принципе, ожидаемая и прогнозируемая. Но хороший боец. Очень тяжело, конечно. Малайс хорошо борется. Но все равно, я думаю, наши борцовские школы сильнее тоже самбо. И наша школа именно миксфайт. У нас набрался очень хороший опыт, очень богатый. И благодаря этому удается как-то противостоять.